я боковым зрением вижу, что летит машина черная. И вот такое ощущение, что он просто как бы на поребрик его подкидывает, они ударяются в полицейских, потом в дерево. А люди уже успели отойти, да? Мы стояли на крыльце прямо. Ну вот только успели шаг вот на крыльцо, можно сказать, вступить. Удар прям вот на них пришелся. Если бы не они, я даже не знаю, куда бы он вообще улетел. То есть мог бы на людей просто. Но, да, если бы не было их, мне кажется, он бы нас всех там снес, если бы не было деревьев. Потому что вот здесь стоял срыв полиции, его унесло уж туда к нам. Я вижу клуб дыма, и как мужчина летит на меня. Запах алкоголя какие-то. Запах вот алкоголя моменты. Был от них резкий. Угу. Ну, как вот свежак, можно сказать. Потому что, ну, он сейчас протрезвел, он был вообще очень сильно пьяный. Буквально крестный ход только закончился, они подошли к двери и начали потихоньку заходить. Ну, народу было много. Драка же, которая на перекрестке случилась, вы знаете о ней что-нибудь? Ну, я знаю, что была драка, и все. Вы участвовали? Нет, ну, я вот. Ну, а из-за чего? А из-за чего? Как, неизвестно, да? А вот в этот вот вечер вы что с ним делали? Мы выпили. А где? Ну, мы сидели во дворе, выпили. Во дворе выпили. Украли тропию, мы выпили, потом так получилось, я не знаю. Вы вдвоем выпивали или еще кто-то? Нет, у нас была компания, мы так потом получилось, что разминулись. А пили пиво, да? Да. А количество компаний? Полтора литра пива. Нет, количество компаний человек. Ну, изначально у нас было 5 человек. 5 человек на лавочке сидели где-то во дворе, да? Да, на лавочке сидели. Вот, подошел сначала один, попросил какую-то сигарету, вот, дал, он удалился. Через некоторое время он пришел заново, опять попросил сигарету, ну, не жалко, дал еще. После чего постепенно начала вся компания перетекать к нашей машине. Вели себя развязанно, и было, то есть, видно издалека то, что они пьяны. Сильно пьяны, потому что по улице издалека было слышно, как они идут, кричат, горланят, песни поют и так далее. Насколько они счастливые. Вот. Человек, который уехал на моей машине, знал. Ему что-то не понравилось в моем ответе. Он начал, у него пошел пьяный гон, за выражение. Он начал во всех, так сказать, видеть угрозу и так далее, начал оскорблять нецензурной брани. Вот. Предложил как бы разойтись ребятам, потому что мои друзья с армии, и драться им нельзя. Вот. Пришло, как бы сначала согласились, вроде начали отъезжать, удар по машине. Вышли. По итогу получается то, что меня хватают, ребята вылезают из машины. Ну, то есть машина заведенная была, да? Она, да, она заведенная остается, ключи зажигания. Вот, она прям так остается на проезжей части. То есть другая компания одного парня, они хорошо побили. Зарядно довольно-таки. Очень жестоко. Ну и что произошло дальше? То есть он сел за руль и поехал, да? Он на сел большой за руль скорости. И поехал, после чего все прекратилось. Молодой человек, ваша фамилия? Вы будете давать какие-нибудь комментарии по поводу происшествия? Нет. Фамилия сегодня что-нибудь? При адвокате буду. Отказались, почему проходить на эти свидетельства? Предъявляли вообще, нет? Вы не понимаете, что случилось? Какого года рождения? Мое наведение, пожалуйста, работайте.
Второй также помет. Ну тут фонарик надо. Место происшествия, да, конечно, туда нужно. 7:27. Вот сюда, нет, нормально, сейчас. Какая это? Угла, Конечно. Вот туда опера набрать, вот эти вот школы. Галогенка у нас получается. Сейчас эксперты туда. Вам машине пока сейчас отсюда не дал.